Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что отдал приказ открывать огонь по террористам на поражение без предупреждения. «Мною дан приказ открывать огонь на поражение без предупреждения», — сказал он во время выступления на телевидении с обращением к народу. Токаев добавил, что террористов, бандитов нужно уничтожать, это будет сделано в ближайшее время. Боевики не сложили оружие, продолжают совершать преступления или готовятся к ним. Кто из них не сдастся, будет уничтожен, подчеркнул президент. Ранее сообщалось, что миротворцы России совместно с правоохранительными органами Казахстана взяли под полный контроль аэропорт Алма-Аты. В Минобороны России заявили, что группировка более чем из 70 самолетов Ил-76 и Петьян-124 круглосуточно перебрасывает подразделения российского контингента сил ОДКБ в Казахстан.